Испанский художник под псевдонимом Сабек – один из участников фестиваля Urban Morphogenesis. Его работа «Невинность» вызвала большой интерес у жителей и гостей Одинцовского округа. В образе прекрасной женщины, символизирующей нашу планету, многие разглядели сходство с популярной певицей Зарой. Меня заинтриговали, прислали фото, и действительно что-то напоминает меня, ну, наверное, любую брюнетку. Но я не думала, что это настолько круто. Когда я приехала сюда и увидела воочию, это выглядит впечатляюще. Зара вместе с Дмитрием Лёочкиным, руководителем проекта, прошлась по улицам Новой Трёхгорки и рассмотрела все фасады. Удивительно, как за такой короткий срок художникам удалось полностью преобразить облик типового микрорайона. Я вижу смысл в принципе в этом проекте, потому что я думаю, что теперь это будет скопление очень многих туристов, которые будут приезжать в Одинцовский район не только отдохнуть, но и посмотреть на эти замечательные творения. Шелковый палантин, цветы в волосах, несколько штрихов, и вот уже картина испанского художника оживает. Сама мать природа будто шагнула с полотна и ожила. Ей очень безумно нравится, что у нас такое вообще делается на мировом уровне, что наконец-таки появляются такие микрорайоны, достопримечательности, где художники могут выражаться. 31 августа завершится самый масштабный граффити-проект в нашей стране. Посетить музей под открытым небом и разгадать культурный код смогут все желающие. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».